Проект «Отличные студенты» продолжается. Половина конкурсов уже позади. По итогам прошлых серий лидирует команда Чебоксарского медицинского колледжа. Что ждет участников программы сегодня? В прошлой серии студентам было необходимо побороть свои страхи перед насекомыми. На самом же деле участникам проекта предстояло всего лишь съесть мармеладных червяков. Сегодня командам предстоит биться за победу с оружием в руках. Смотрите проект «Отличные студенты» сегодня в 20:30 на национальном телевидении.